Лидеры молодежных организаций в День Героев Отечества провели патриотический флешмоб у Вечного огня в столице Коми. Они почтили память героев страны и республики минутой молчания и возложили цветы к мемориальному комплексу. День Героев Отечества для нашей страны славится не только великой победой во Второй мировой войне, но и всеми заслугами наших героев, не только боевыми, но и тыловыми. Главное – это помнить тех, кто отдает жизни за нас, кто рискует собой ради успеха страны и нашего спокойного неба. Мы, как волонтеры, пришли сюда возложить цветы, чтобы показать всем, что мы помним, мы не забыли и мы чтим тех, кто на месте боевых столкновений. События приурочили к республиканскому форуму «Мастера добровольчества». Поэтому принять участие смогли волонтеры из разных муниципалитетов. Приехали представители многих муниципальных образований, и сегодня мы предложили коллегам, кто приехал на площадку волонтеров Победы гражданско-патриотического воспитания и на площадку, на специализированную площадку семинара для руководителей военно-патриотических клубов, прийти именно на это мероприятие, на возложение. Эмоции смешанные. С одной стороны, это, кажется, и памятная дата, как должна быть праздником, чтобы чествовать всех героев. С другой стороны, это действительно трагичная дата, потому что все, как уже говорил, посмертно награждены этим знаком. Сегодня в Республике Коми 9 героев России. В современной истории нашей страны этого звания удостоены 1228 человек.